На этой неделе наша съемочная группа посетила показ мод весенне-летней коллекции одежды бренда «Кузина». Необычайно красивые и элегантные образы, воздушные прически, женственность, весна в воздухе, а также девиз «Мечтай, читай, твори». Казалось бы, как это все связано между собой? Ответ на этот вопрос знает Ирина Малова, создательница коллекции. Вдохновением стало чтение, библиотека наша областная, ее архитектура. Она перенесена в принт, она перенесена в перфорацию на коже, и она перенесена в специальную стежку на ткани. То есть этот принт мы трансформировали, увеличили, с ним поиграли и вот хотим сегодня показать нашу коллекцию. Главный посыл коллекции «Читай, мечтай, твори» – вернуть популярность чтения, сделать это занятие модным. Почему же именно эту тему использовала дизайнер? Мне кажется, что очень мало люди читают. Очень мало. И я это прежде всего замечаю на себе и заметила, и на своих детях. И поэтому я хочу привлечь внимание общественности, внимание всего мира, да, что нужно больше читать. По словам Ирины, именно благодаря книгам открывается творческий потенциал человека. Кстати, модный показ прошел при поддержке кафедры ЮНЕСКО «Титульные языки в межкультурном образовательном пространстве» Ульяновского государственного педагогического университета. Модельеры ЮНЕСКО. Как так получилось? Просто дизайнер подняла очень важную тему не только для себя и университета, но и для всех. Наши студенты, готовясь вот к такому совместному проекту, тоже проявили оригинальность. Историко-филологический факультет. Девочки объединились в группу «Не зря». Знать русский язык не зря. Последние 20 лет многие дизайнеры вдохновляются кириллицей. Для них это необычный рисунок, который становится изюминкой многих коллекций. Многие зрители оказались уже знакомы с творчеством Ирины Маловой. Некоторые даже непосредственно помогали в подготовке показа. Например, Анастасия Николаева разрабатывала пригласительные. Они были сделаны в виде читательских билетов. Вообще всегда в ее работе прослеживается утонченность, романтика. И думаю, в этот раз она тоже удивит стилем, нежностью. И, конечно, будет отсылка к теме, то есть как продвижение чтения. Также до показа юные хореографы из балетной школы продемонстрировали свои умения. В зале звучали стихи, но музыка стихла, зал замер, а на подиум вышли самые маленькие модели. Воздушные, легкие и беззаботные. Такое ощущение осталось у всех гостей от детских образов. Затем появились модели в строгих и элегантных образах – темно-фиолетовый, серый и темно-синий, новые вариации классического черного. Кожа не только в одежде, но и в аксессуарах. Цветочные принты, перфорация на коже, летящие силуэты – вот новые тренды предстоящего сезона. Вдохновленные и с невероятным желанием читать, с показа вернулись Юля Калинина, Юрий Ломатов, новости УПРАВДА ТВ.